Меня зовут Шара Хамзина. Мне всегда интересно открывать что-то новое. Так я пришла в кикбоксинг. Спортом я занимаюсь недавно, всего 3 года. Однако у меня уже хороший уровень. Я настырная и никогда не отступаю, а в спорте это важно. Спорт – это как музыка. Для победы должен быть идеальный баланс техники с импровизацией. Менің атым Сора Рахманова. Мен кикбоксингмен қатар бокспен де шұғылданамын. Және жақсы оқуға үлгіремін. Бос уақытымда сурет саламын. Уақытты дұрыс пайдалану ол мықты соққы сияқты. Оған ешқандай сиқырдың керегі жоқ. Тек қана мақсат, жақсы жаттықтырушы және көп тренировка жасау керек. Thank you.
Thank you.
Итак, уважаемые дамы и господа, победительницей этого боя признана участница из красного угла ринга Павлодар Хамзина Шарылгап Шара!